вот такой интересный Сашок один. А вы подумываете, чтобы подключить компьютерный трансформатор ваших спичей, монологов через компьютерный трансформатор речи? У меня такого нету, или как, идея, что это такое. Короче, нет у меня такого. Ваша речь будет слышаться, якщо продиктована лучшими дикторами телевизионных каналов. А я сам работал на телевизионных каналах и не на одном. И я считаю, что у меня нормальная речь. Не буду говорить, что она прекрасна, витиевато, я говорю, что она нормальна. И этим все сказано. Мне свой голос нравится. Есть особый день в году. Наступает темноту. Новым годом он зовется и для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, там мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Ой, веселись, народ, наступает Новый год. Он плачу нам несет, он подарки раздает, развелье повносет, это Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и по чоканье бокалам ходит счастье в каждый дом. Эй, веселись, народ, наступает Новый год. Эй, вот что нам несет, он подарки раздает, развелье повносет, это Новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курорта пей. Веселись, народ, наступает Новый год. Что нам несет, он подарки раздает, развелье повносет, это Новый год. Бам-бам-бам, 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 бам-бам-бам